Газовую горелку возвращают на прежнее место, в чашу вечного огня. Возвращают после частичной реконструкции. Пока на мемориале в завокзальном районе шел ремонт, газовики проверили не только саму горелку, все оборудование, подводящее топливо к памятнику, в том числе на герметичность. Для надежной работы газогорелочное устройство было частично реконструировано, были заменены форсунки и очищено от нагара само устройство. Горелка установлена, и через несколько секунд пламя вспыхивает. Ранее здесь уже проводили пробный пуск. Теперь огонь на мемориале, символизирующий вечную память, будет пылать, как и положено, круглосуточно. Газовое оборудование специалисты уже обследовали и там, где надо, отремонтировали на всех обелисках курорта. В этом году вечный огонь зажгут на 5 мемориалах Сочи. В завокзальном районе, в поселках Баранов, Калао, Сергейполе и на горке Героев в Лазаревском районе. К вечному огню уже несут цветы. Сегодня появились свежие. Их принесли ребята из одного из детских садов. Заранее они своими руками сделали вот таких голубей, которые вместе с шарами были выпущены в небо, как символ мира. Провели патриотический урок для того, чтобы наши детки знали историю нашей Родины. Очень красиво все выглядит, очень празднично. Я думаю, что в день Победы 9 мая здесь будет очень красиво, потому что уже видно это все. На мемориале идет активная подготовка ко Дню Победы. Тщательно и бережно, до блеска рабочие натирают гранитные плиты. Их в ходе реконструкции полностью заменили на новые специалисты из станицы Староминской. Они специализируются на ремонте памятников. На новых плитах появились и новые имена ранее неизвестных героев. Засусалили фамилии героев, причем их количество увеличилось. Нам администрация дала архивные данные обновленные. Здесь порядка 4000 фамилий стало вместо 2 с копейками. Последние штрихи осталось навести и на зеленой зоне мемориала. Там, где надо, траву косят, в других местах проводят работы по озеленению. Раскатывают вот такой рулонный газон. А у памятной стены мемориала зацвели сотни бегоний. Яркие разноцветные растения начали высаживать сегодня. Успеть нужно к 9 мая. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.